Всем привет! Сегодня с нами я, Кукурузыч, и я, Арбузыч, а еще Бокс. И сегодня я... вырубил арбуза. У нас есть лечительный шприц. И две пушки, стреляющие энергией. Давай вставай. Вставай, арбузы. Я знаю, ты можешь. На тебе мы испытаем первую пушку. Так, вставай. А именно вот эту. У нас храбринячило его к чертям. Как этим стрелять вообще? Это мощнее, но ей сложно пользоваться. Че ты нам свою задницу показываешь? Хочешь, чтобы мы туда шприц вкололи? Следующие пушки. Ну... как это можно назвать пушками? Это замораживающее устройство и огнемет. Начнем с вот тебя вот. Сначала попробуем заморозить огнемет. Огнемет забьет. Теперь арбузыча. Вроде арбузыч залетел и устал. Арбузыч растаял, но все равно спит. Поэтому мы его будем шприцом в попке. Я отойду, так как это оружие очень мощное. Это огнемет. Ой, я нечаянно поджег нашего арбуза. Было кукурузу поджечь. Тебя бы срочно окунали в воду. И лечим. С кукурузычем все то же самое. И лечим. Скажите спасибо, что я делаю вам третью часть. Ночью, когда это надо ты спать. Быть? В общем, да, шприц улетел купаться, поэтому возьмем дом. Следующее это у нас миниган. Но он очень уж крутится при атаке. Да миниган, это машина для убийства. Она убьет все. Попадает все по разу. Скажите спасибо, что диктор вернулся. Все, мы убрали ее. Мам? Так. Давай. Стой, давай. С него. Ну что, что из него течет желтый сок, он наполовину скелет. Вообще, это лучшая, это одна из лучших копий. People Playground на Android. Как? Короче, дальше у нас будет кое-что другое. Сейчас мы проверим на тебе желтый шприц. Это шприц против коктейля Молотова. Ну, в тебя вкололся синий, значит, проверим на тебе оба шприца, а ты отдыхай. Начнем с синего шприца, а именно против воды. Он чувствует себя под водой очень хорошо, не собирается задыхаться. Он не пытается всплыть наверх, но из-за того, что он арбуз, он не может всплыть наверх.
Для чего в эту игру добавили водяной круг? Ну, короче, ему нормально, потому что... Я попрыгунчик! Потом мы ему вообще сделаем бессмертным. Вы помните, как я снимал в ТикТок видео «Ты и Нене один, но все умерли»? Ну так вот, почему они не умерли в обычной, в просто той части? Потому что я включил режим No Dead. Ну, точнее, колол в них специальный шприц. И они вообще бессмертны. Вообще их никаким образом не убить. Сейчас мы кинем в них коктейль Молотова. И ничего. Они могут просто полежать в огне. Или... Сейчас мы попробуем заморозить. Как вы видите, они замораживаются. И вот он разморозился. Потому что другой... Нет, не разморозился, не помню. Ну, он еще не сильно разморозился. На нем еще видно вот это вот. Ну, потрогай его. Тепленький. Все, разморозился. Начнем теперь с огнемета. Вот это так, на всякий случай. Вы видите, самому оружию стало хуже. И ничего страшного. Дима, что это? Это пистолет загорелся. Надо его выкинуть. От огнемета. Как боксы загорелся. Король должен гореть. Вот. А сейчас вы взорвете мину. Я забыл дать им шприц. Короче, этот даже кости себе смог поломать. А тут вообще... А этот просто поломал конечность. И лицо. Не видно, у него нога оторвана. Сейчас буду драться! Это кажется анимация... Так, стоп, это ведь анимация всплывания по воде. Что бы мне еще сделать? Всем спасибо. А я пока их ударю вот этим. Видео записываю. Battery low. Так, вот так, всем спасибо, всем пока.